Скажите, а сколько стоит 100 грамм? А знаете, что нельзя торговать водкой в киоске? Знаем. А зачем торгуете? Я реализатор. Ну, я понимаю. Знаете, что вы отвечаете за это? И вас это будут судить. Ну, вы знаете? Знаю. Что нельзя торговать. Почему торгуете, почему продаете? Пусть мне предоставят другую работу, я буду работать там. Дело же не в работе. Причем здесь, а наркотики, если будут, скажут продавать, будете продавать? Нет, не буду. Ну, а почему водку продаете? Ну, все сняли. Нет, я вас спрашиваю. Ну, вы нарушаете закон, вас это не смущает? Странно, да? И вы все равно продолжаете наливать, все равно продолжаете продавать. Вам сделали замечание, вы не реагируете абсолютно никак. Бесполезно, надо вызывать полицию, надо оформлять вас. Зачем вы это делаете? Ну как это зачем? Водкой запрещено торговать в киосках. Вы на моих глазах наливаете, я вам сделал замечание, вы продолжаете наливать и продавать. Как так? И знаете, что это нельзя делать? Я продавец. Я понимаю, но так это запрещено делать. И что? То, что вы продавец, с вас ответственности не снимает абсолютно никакой. Спасибо. Продавать нельзя водку. На разлив, еще и в киосках. Ну что, что? Ну что? Это нарушение закона. То, что вы продавец, это вам не дает никаких прав и поблажек. Сначала в правительстве порядки наведите, а потом я... Я должен наводить в правительстве? Я буду это делать, извините. Телефон тебе на задницу зацепи, пожалуйста. Аня, включаешь, и человеку прям лицо. Это приятно? Вы кто, я извиняюсь? Какая разница? Я просто гражданин Украины. Кто я? Который так разговаривает? А вы кто? Я тоже просто гражданин. Оно видно. А просто? А я украинка. Нет, тут не команда. Ну, если вы гражданин Украины, вы же, наверное, тоже должны быть не безразличны к тому, что происходит. Я не безразличная. Происходит, если вы видите, что люди пьют. В стране дебилы, понимаете? То есть страна те, кто продает. Государство и также президент. И поэтому мы, граждане Украины, должны быть дебилами тоже. Я правильно понимаю? Да, понимаю. Мы должны быть дебилами тоже. Ну вы видите, что у нас везде торгуют этой водкой. Потом пьяные эти валяются везде у нас по дворам. Обсыкают все углы. Кто в этом? Правительство виноват? А кто? Так мы и виноваты. Дайте людям работу, так... чтобы люди не сидели, а работали. А им нечем заниматься. Ну, то есть у них есть на что пить. То есть где-то же не деньги берут эти? Вы знаете, где берут. Ну где? Воруют или где они их берут? Я не знаю. Ну, например, человек, который пришел работать, зарабатывать деньги, ему негде. Зачем вы нервы ей трепят? Я вам объясню. Когда мой ребенок будет идти со школы мимо этого ларька, и выйдет пьяное чудо, которое здесь будет ссать, рыгать, и мой ребенок будет это видеть, это не правительство виновато? Нет, не оно. Нет, ну, это виноваты те люди, которые позволяют это делать. Я прав или нет? Она же не хозяйка, она работает. Я понимаю. Я согласен, но это ее не... Я согласен, но это никак... Ну и что, ее это оправдывает? Когда мой ребенок будет на это смотреть, и это будет оправдывать это? Я понимаю вас, но поймите ее правильно. Это человек, который работает. Нет, раз вы меня понимаете, вы подошли ко мне и сказали, нацепи эту камеру на жопу. Скажите, что конкретно... Зачем вы прям ей в лицо все Я в окно поднял камеру. А мне приятно, что она торгует водкой. Что это прям... Нет, она нарушает закон, это не работа. Это не она. А кто? Нарушает. Она продает. Она, так лично она. Не продавать. А где работать? Так давайте, давайте оружием будем торговать. Детей... А что, не торгуют оружием? Нет, так что, так давайте будем это поощрять. Давайте будем торговать. Давайте будем оправдывать все вот эти гадости тем, что нам негде работать. Человеку надо где-то зарабатывать деньги. Так я говорю, давайте наркотики продавать и оправдывать тем, что нету денег. Предложите ей работу. Наркотиками будете торговать? Буду, да. Придете? Дети, ваши внуки будут покупать наркотики, умирать. Чем хочу, тем и торгую, потому что мне выживать надо. Так, а другие будут умирать от этого. И умирать еще больше. Другие будут умирать. Надо связываться, давать людям работу. Тогда никто не будет заниматься этими торговать. Причем здесь Америка? Причем здесь это? Мы говорим о частных случаях. Мы живем на районе с вами, где вот наши дети, обратите внимание, гуляют. А потом выходят пьяные мужики вот здесь вот и обсыкают углы. Не, ну и блюют. Неприятно человеку, которому вы прям... А мне приятно, что она торгует водкой в киоске? Лицо. Мне не должно быть это приятно? Покупай. Что значит не покупай? Я сейчас говорю, мой ребенок проходит мимо здесь, ну, и каждый день водить. Видит. Водите а, я до, то есть из-за того, что ей негде работать, ну, и да. Здесь бухают конечно. Мужики, я должен ребенка водить окольными путями? Так да, нет, так, ребята. Это я вас закрою всех, и ребенок будет ходить там, где он... Вы закроете. Мы быстрее вас позакрываем. Мы, если украинцы поднимутся все, так вам будет всем плохо. Хорошо.
Здравствуйте. Знакомые все лица. Да, я, ребят. Значит, Где вам полиция против? Очень приятно. Как вам полиция? Да все нормально. Смотрите, ситуация какая. Вот можете посмотреть. Возьмите в руки. Можно, да? Конечно, возьмите в руки, чтобы вам было понятнее. Я перемотаю сразу. В принципе, вам все сразу станет ясно. То есть здесь продают водку на разлив, причем не стесняется. Я сделал замечание, я как бы не собирался вас вызывать в принципе. Но на замечания люди не отреагировали, и начался конфликт. То есть как бы там и пиво продают, в принципе здесь и пивом-то торговать нельзя вообще-то. Вот, но водка — это вообще крайний случай. То есть сидят люди, в открытую употребляют, все четенько. Вы готовы? Конечно, я напишу все, что необходимо. Возьмите, как я могу к вам обращаться? Меня Саша зовут. Сейчас сюда, чтобы вы понимали, подъезжает следственная оперативная группа. Вот. А человека с заявлением мы уже приняли. Сейчас следственная оперативная группа еще будет следователи отбирать объяснения более подробно. У меня? Вот. Ну, как у данного гражданина, та же самая у вас, хотелось бы, да, объяснить. А меня тоже почему? Ну, узнать, кому вы сдаете. Вы же говорите, что вы в аренду сдаете. Я же вам объяснила. За ребята приедут и предоставят вам все документы. В апреле месяце. В конце апреля ограбили этот киосок вместе с документами моими, вместе с документами ихними, с деньгами со всем на свете. Я же говорю, все лежат в полиции. А когда это произошло? В конце апреля. Хорошо, ну смотри, сейчас приедет следователь. А пусть приезжает подследователь, по принципу. Хорошо, сейчас вас опросят, более подробно. Где там? Здравствуйте. А это не вас я сегодня случайно видел на машине, когда вы ехали и нарушали, нет? Да, а вы выехали на встречу. А что я нарушал? Отлично. Ты тоже совсем не нарушили. Как вас зовут, я извиняюсь? Меня Ирина Григорьевна. Ирина Григорьевна, а можно ваше удостоверение увидеть? Конечно, обязательно. Сначала вы представитесь, объясните, зачем зовут. Мы сюда приехали. Ирина Григорьевна, я вам должен объяснить, зачем вы сюда приехали? Да. А вы меня не знаете, зачем вас вызвали? Нет, не знаю. Ирина Григорьевна, а вы кем являетесь? Я извиняюсь. Следователем я являюсь. Будьте любезны, ваше удостоверение, чтобы я... Представьтесь, пожалуйста. Ирина Григорьевна, вы отказываетесь? Я говорю, представьтесь, меня пожалуйста. Саша зовут. Нет, имя, отчество полностью. Для вас я Саша пока еще, Ирина Григорьевна. Будьте любезны, удостоверение, вот, да? Вот мое удостоверение. Ирина Григорьевна, Сличи. Сличи. Присядем, я вам опишу всю ситуацию, вы примете от меня заявление, будете разбираться. Вы как-то по-другому себе представляли этот процесс? Нет, я хочу услышать, зачем она сюда вышла. Я вам объясню, я вам это напишу. Извините, возможно, на минуту. А как вам вас отключить, чего вызывать? По имейлу. Я ему указал. Да. Я вас слушаю. Прочтите, вот все описано. А какое тут время указано? Основной, там похоже на 17, на 13, на все что угодно. Давайте заново запишем все, Ирина Григорьевна. Пишите. Если вы не можете прочесть, я готов еще раз надиктовать. Тут нет, какое время видео, указано? Скажите, пожалуйста. Подписал. Образец для экспертизы. Хорошо, вы если утверждаете, вы какое время. По одному, если вы. Вы утверждаете, в какое время все это происходит? 19:00, вот написано. Я должен образец, да, вам предоставить был. Нет, предоставить, если вы купили, да, это необходимо проверить на все это будет. Просто на камеру зафиксировали. Как вас зовут, извините? Анатолий. Толик, я ничего не покупал. Вы ничего не покупали. Вы просто зафиксировали, да? Все. Я хотел бы уточнить. Просто если вы что-то покупали, фиксацию будет делать, проводили лично, как бы сами это кто-то. Просто как бы проверить на нашу экспертизу, правильно сделать? Я только не знаю, вы специалист, не я здесь. Я ж у вас спрашиваю, вы просто засняли? Я все описал, я... Толик, вы прочтите, ознакомьтесь. Хорошо, это заявление. Более подробно на объяснение. Вы можете что-то пояснить? Присаживайтесь, все, что вас интересует, я вам дам пояснение полностью. Хорошо. Документы для связи личности есть у вас? Начнем с этого. Вот есть человек, который может подтвердить личность. Нет, документ, пожалуйста. Ну, с собой нет. Как этот человек может подтвердить вашу личность? Ну, вот так второй сейчас придет, вот это тоже может подтвердить мою личность. Нет, я есть два человека. Ну, вот есть документ. Два человека, которые есть могут... Есть официальный документ, удостоверяющий личность, правильно? Если вы не можете убедиться в моей личности, есть два человека, которые могут ее подтвердить. Я в их не могу, им тоже самоверить. В
Что значит можете? Есть законодательство Украины, которое предусматривает подобные вещи. Удостоверение документов. Как вас зовут еще раз? Анатолий. Анатолий, дайте свое удостоверение, чтобы я вас не забыл. Потому что я спорить ни с кем не хочу. Вы должны понять одно, ребята. Вы тут приехали, все, вас куча людей с полиции. Секундочку. Я вас попросил ваше. Анатолий Владимирович, да. Артуз. Нет, я Артос, извиняюсь. Поэтому послушайте теперь меня. Я вас вызвал здесь для того, чтобы вы обратили внимание на нелегальную точку алкоголя, а не на то, что я как-то что-то вам не так сказал, или я не взял для проб алкоголь, или нет у меня с собой удостоверения. Есть два человека, они, да, подтвердят мою личность. Если это будет недостаточно, в процессе разбирательства я попрошу, мне подвезут документы. Я вас прошу заняться непосредственно вашим делом и начать работать. Вот есть ларек, где продают суррогат, где разливают алкоголь. Им занимайтесь. Вот есть представители этого ларька. К ним вопросы, не ко мне. Я вам все, что надо, вы помогу и составлю. Нам да? необходимо сказать, что у нас сейчас с вами так. Пожалуйста. Все описал. Если что-то необходимо еще, пиши. Необходимо мне документы ваши, чтобы я знал, с кем я общаюсь. С Александром. Есть два человека на данный момент, у которых есть с собой документы, и они могут, да, подтвердить мою личность. Заявление вы написали? Я написал. Вот, мне нужно проверить. Законодательство Украины предусматривает при наличии двух людей, которые могут подтвердить личность и имеют документы, сообщить, кто я такой. На каких основаниях вы считаете, что из этого киоска торгует алкоголь? Давайте посмотрим видео. Вы готовы предоставить это видео нам в качестве доказательства? Да, вы можете его посмотреть. Если вы ко мне повернете, его надо приобщить к материалу. Приобщайте, могу вам отправить по электронной почте, как вы хотите. Или вы хотите, чтобы я диск вам напечатал? Я хочу носитель, да. То есть я сейчас на диск должен на месте вам написать? Я хочу носитель с электронной информацией. Сейчас вам прямо с телефона записать на носитель. Нет, не сейчас. Если есть возможность, давайте сейчас. Это может быть флешка, это может быть не диск. Но сейчас у меня с собой как-то диска не случилось, и флешки тоже. Можете, пожалуйста, предоставить флеш-карту памяти с вашего телефона. Это внутри телефона находится. Телефон вам отдать? Нет, телефон не надо мне вас дать. Хотите, я могу его приобщить к материалам. Я хочу вам помочь. С вашего согласия. Вы должны понять, что я хочу вам помочь. Не, чтобы вы мне одолжение сделали, а я вам помогаю. Это ваша работа, не я хочу, должен это делать. Я хочу, чтобы вы поняли, что повышать на меня голос я не повышаю, не надо. Не, я не повышаю, поверьте мне. Я хочу, чтобы вы поняли мысль мою, я что поняла. Вы здесь находитесь для я того, поняла. Чтобы но сделать того, свою работу, а не я здесь нахожусь для того, чтобы вас заставлять ее делать. Уловили мысль? Если вам надо доказательства, смотрите, вот, пожалуйста. Вот есть факт торговли алкоголем. Есть все, пожалуйста, смотрите, наслаждайтесь, приобщайте, как хотите. Хотите, отправлю. Хотите вам это на почту, хотите, как хотите. Пожалуйста, смотрите. Как вы считаете, этого достаточно? Чего? Ну, этого факта, видеофакта. А что она наливала? Все такое? Ну, подтверждение то, что она наливала. А что она наливала? Если вы купили, надо было представить. Почему тут класс? Не, ничего. Вы принимаете заверение или нет? Конечно, принимаю. Работайте. Уже работаю, уже написано. Давайте. Что, давайте объяснение, давайте принимайте меры. Мне надо второй человек, чтобы подтверждать личность вашу. Ну, сейчас подойдет второй человек. Хорошо. До этого момента вы не будете брать пояснение? Дайте мне листик и ручку, я напишу пока. Я ж не знаю, кто вы, правильно? Я напишу, а потом узнаете, кто я. Какая разница? Даже, ну, если, если вы не знаете, кто я, это мне никаким образом не запрещает написать вам заявление. Вы должны понять. Заявление есть. Отлично. Давайте пояснение принимайте, потом удостоверьте мою личность. Можете собственноручно написать. Пишите вы, я вам буду диктовать. Нет, я пока да, вы будете писать. Не удостоверюсь, я не буду ничего писать. Я дождусь ваших документов. Я свое удостоверение вам показал. Ну, молодцы. Я показал первое. Я хочу узнать, кто вы теперь. Хорошо. Правильно? Вот я хочу ждать. Буду ждать тогда. А вы всегда так работаете? Мне всегда документы предоставляют, как пишет заявление. А если меня ограбили бы, и у меня не было документов, как бы вы поступили? Поступил бы по-другому. А вы не будете там киоск взламывать, там проверять? Вот пиво люди продают здесь, у них лицензии. Ну, сейчас с вами разберемся, а потом туда пойдем. Со мной разбираться? Да. А я что-то нарушил, наверное? Вы не нарушили, вы подали заявление. Мне надо вашу личность удостоверить. Ну так у меня к вам вопрос попутный. Вот есть пиво вот на витрине, есть сигареты. Лицензии нет у людей. Кассового аппарата нет. Я не налоговый.
Так у меня будет налоговая. Я не налоговая. Вы полиция? Я полиция. А вы кто должен принимать меры, не налоговая? Как я буду принимать меры? Взломать киосок, проводить экспертизу. Вот эксперт. Я не могу взломать киосок. А кто может? Налоговая? Без понятия. Вы полиция. Кто? Я полиция, я ломать не имею права. Хорошо, строить вы имеете право? Постройте строить? Гражданское общество. Я вам делаю заявление и хочу от вас действия. А то, что там вы не старше, младше. Я ломать ничего не буду. Слава Украине! Вы вообще как-то можете помочь или нет? Ну, как-то можете вот посодействовать людям, которые вас вызвали? Или это у вас вызывает только улыбку? Да, на переучет. До разбирательства. Подскажите. Не знаю, не могу подсказать. Я не понимаю, что у вас вызывает улыбку. Я здесь смешного ничего не вижу. Я вижу здесь ларек, который в котором-то торгует суррогатом. Пивом без лицензии, сигаретами. А приехала полиция, которая напала восьмером на меня и хотят меня, чтобы я что-то я на вас объяснял. Не напал. Вы... Я хочу удостоверить вашу личность, правильно? Да какая разница, даже если да не можете. Да почему тут какая разница? Ну, я же знаю, с кем я общаюсь, так правильно? Вам не надо знать. У вас почему есть факт. Почему не должен знать? У вас есть... А если бы я анонимно позвонил, вы бы не отреагировали? Не отреагировали бы. Нет, не приехали бы? Приехали бы. Ну так считайте, что это анонимный звонок. Считайте, что я не хочу представляться. Считайте, что вы приехали и такие, опа, увидели здесь незаконную торговлю алкоголем. Как я могу заметить то, что здесь незаконная торговля? Ну как это? Вот так это? Предоставляет. Да вот факт вам на лицо. Вот стоят пивные бутылки, вот стоят сейчас сигареты, вот хозяйка. Разберется. Ну так вы говорите, да вы считаете, что это анонимный звонок? Да не анонимный, он не пошел как анонимный. Ну давайте я позвоню еще раз. Заявление, правильно? Да, вот оно. Вот. Теперь я пойду поводу вас опросить, правильно? Опрашивайте. Я на вашу личность удостоверяю. Вот есть два человека, которые могут подтвердить. Я вашу личность устанавливаю. Да устанавливайте. Я им, например, не верю. Да вам не надо верить, есть законодательство. Оно это предусмотрено. Я вам объясню, если вы не знаете. Да я не знаю. Расскажу, я вам расскажу. Объясните мне, пожалуйста. Я вам расскажу. Значит, если есть два человека, у которых есть украинские документы, и которые могут подтвердить мою личность, вам этого даст, да, точно. А то, что вы верите им, не верите, это дома. Когда придете, там верю, не верю. Здесь мы остановимся на фактах. А что, вы что там не предупредили, что за что мне расписываться? Ну, там написано, что я ознакомлен с статьей такой-то, такой-то. Вы меня ознакомились? 63 Конституции Украины, знаете? Знакомьте. Вы имеете давать показания, можете не давать показания. Не-не-не, это не эта статья, я извиняюсь. 63 Конституции Украины. Ну, если можно, полностью мне ее расскажите. Особо не на себе відповідальність за відомо давати пояснення від нашого пьяний, нет, мені кажуть. Та близьких родичів, коли не? Да, п'яний. Не, реально, ви пили сьогодні? Я сьогодні цілий день на виїздах. Я дуже сильно устав. Ви розумієте? Я просто смотрю, що у вас невнятна річ, у вас зрачки закатані. Ви не пили сьогодні? Ні, не пив. Могу навіть піти на тест. Було б неплохо, тому що мені создає впечатлення, що ви реально випили. А що у вас зробить впечатлення? Ну, потому что вы заговариваетесь, вы даже внятно не можете говорить. Можно... Это один на выездах, вы понимаете? Наркотики вы употребляли нет, сегодня? Нет, не употреблял. А на что вы не курили? Нет. У меня давление постоянно. Если вы на этот, по поводу своего глаз красных. Я хотел бы, чтобы вы прошли медосвидетельство мне сейчас. Я вполне серьезно говорю. Я вам серьезно говорю. Вызови мне еще один наряд полиции. Я серьезно говорю. Хорошо. У меня впечатление, что вы просто подъезжаете наркотика. Хорошо. Если не подтверждается, то что? То ничего, вот вы продолжаете работать. Хорошо, а если спасибо. Подтверждается, вы садитесь. Конечно, сяду, обязательно. Ну, я не шучу. Вы видели себя со стороны? Видел, я устал сильно. Вы понимаете ли? Ну, у вас глаза красные. Я знаю, что у меня красные глаза. У вас первичные признаки, у вас наркотического опьянения. Вы у нас как есть... вы определяете? Да я вижу по глазам. Я вижу, что у вас сухость рта, невнятная речь. Это первичные признаки того. Водители за это ведут на медосвидетельство, не везут. Без проблем. Хорошо, поедем на медосвидетельство. Будьте подписаны. Вы сегодня же за рулем были, когда я ехал? Нет. Не вы, да? Я за рулем не езжу. Ну, нет. Очень плохо, что вы в таком состоянии выходите на работу. Бывает. Усталость. Это не усталость. Это я усталость. Знаю, что такое усталость. Я знаю, что вы такое... Не знаете, что усталость. Поверьте мне, я вернулся сегодня со Львова. Я 1000 километров проехал. Я, поверьте мне, устал больше, чем вы. И тем не менее, у меня внятная речь и глаза не красные. Вы будете знакомить меня с этими статьями? Или мне не расписываться за них? Вам разъясняется вимогою статті 63 Конституції України про те, що особа не несе відповідальності за відомо давати пояснення відношення себе, членів родичів та близьких родичів, коли якщо визнано законодавством. Це понятно? Да. Роз'яснено положення статті 18 КПК України про свободу від самовикриття та право на свідчення проти близьких родичів та членів сім'ї. Понятно? Да. Так же само, відповідно, що до вимог статті 10 Конституції України ви маєте давати пояснення на російській, українській мові.
Какие-то действия будете принимать по киоску сейчас? Следователь, все будет. Со мной все? На этом закончено? Заявление объясняю, да. Скажите, пожалуйста, есть смысл ожидать, будут какие-то следственные действия производиться сейчас по киоску? Сейчас? Ну да. Нет. Ничего не будете ни осматривать, нет, ни фотографировать, то есть нету ничего? А фотографирование – это следственное действие? Ну, я не знаю, там, будете осматривать место происшествия или как эксперт приехал? Осматривать я его могу только снаружи, внутри я в него зайти не могу. Хорошо, когда можно поинтересоваться, у кого… Обращайтесь в Днепровский отдел полиции. А кому, если следователь? В дежурную часть, пожалуйста. А можно какой-нибудь корешок получить о том, что я написал заявление? Толик, а где у нас были корешки? А где? Пускай Толик выпишет, я закончу с девушкой. Анатолий, выпиши, пожалуйста, корешок. Без проблем. Что можно, да, водички напить? Спасибо. Какое? 170. Скажите, пожалуйста, вы закончили? Да, с вами я общаться не буду. Почему? До свидания. Что значит до свидания? Потому что я не хочу. Это не ваше желание, вы на работе. Хотите вы, не хотите. Это когда после работы вы можете изъявлять личные желания. Сейчас вы на работе, и вы следуете закону о полиции. Как ее личность вы установили, когда мне отказывали в написании заявления без документов? Я не обязана вам что-либо пояснять по данному материалу. Что вы говорите? Я имею право ознакомиться с материалами дела, так как я есть заявитель. Вы считаете достойное поведение новой полиции? Как вы считаете? С вашей стороны? Вы считаете, я считаю, что я не обязана отвечать вам на эти вопросы. Ну, очень плохо, что вы так считаете. Вы есть новая полиция, и мне, как гражданину Украины, мой президент обещал, что моя новая полиция будет уважать меня и будет помогать мне, а не вести себя так, как ведете вы себя. Подумайте об этом на досуге. Сейчас сидит с подписью, вам это вручу. Решетчик номер. Вы просто великолепны. Ну, честное слово. Честное слово. Еще подождите, пожалуйста, патруль вызвали, хотели бы вас освидетельствовать все-таки. Хорошо, мы не приятно посмотрим. Почему вы так считаете? Ну, потому что. Я тоже проследую с вами на освидетельствование. Я вас поздравляю. С чем? Почему вы проследуете? Задержитесь, пожалуйста. Не могу. Не можете? То есть вы не будете ждать, вы уедете, да? Но у меня есть подозрение, что вы находитесь на наркотическом обвинении. Что вы меня поздравляете? Насколько будем проверять? Насколько чего? Ну, наркотиков. На какие именно? Ну, вам лучше знать, какие вы употребляете. Знать его, хочется проверить. Ну, хотелось бы на весь спектр, возможный. Да. Ну, придите покупать, я вам подписываю баночку. Нет, это вы писаете там, в больнице, не мне. Я не пойду, то есть. Я здесь, ну, хотите, здесь подписываю, стуните, проверите. Все остальное. А можно без камеры, я с вами пообщаюсь? Да нет, со мной без камеры о чем общаться? Да? Вот эти ситуации, мы-то поедем, да? Я свидетельствую, если ничего не будет, у меня не показывают, как будем из ситуации выходить? Вы-то прислюдно извиняетесь. А мы должны как-то из этой ситуации выходить? Нет, подождите, выходить? Ну вы меня обвиняете, что я наркоман, правильно? Я состояние наркотического опьянения, да? Вот логически. Uh-huh. Вы меня сейчас оскорбляете. Я сейчас еду вот при вас, двери не буду закрывать, стану, подписываю, опустим это на все какие там виды. Uh-huh. Если ничего не показывают, вы извиняетесь на камеру. Я так само вожу в бой. Это ваши условия? Это ваши условия? Ну да. Прям вы условия мне выдвигаете? Да, я вам условия выдвигаю. Вы меня обвиняете, то, что я наркоман, правильно? Ничего себе. Ничего себе, это нормальное явление природы. Нормально. Вы меня просите, я иду к вам как бы на уступки, да, и без проблем я поеду. То есть вы мне одолжение делаете? Я вам одолжение не делаю. А как это называется? То есть вы мне выдвигаете, чтобы я еще перед вами извинился? Я вам конечно сказал, во-первых, послушайте. Вы меня оскорбляете, во-первых. Послушайте. Это вы меня оскорбляете своими словами, то, что я накурен якобы, или какое-то состояние наркотического опьянения. Мне это неприятно. Это в первую очередь. Вы так согласны? Вы все закончили? Да. Теперь послушайте меня. Да. Во-первых, вас никто не обвиняет, я еще раз говорю, что у меня есть подозрение, что вы находитесь в состоянии наркотического опьянения. Да. Поэтому вы, пожалуйста, пройдите освидетельство и предоставьте. Нет, я вам говорю, свой... я на такие, у меня такие условия. Что значит у меня? Мы с вами не торгуемся. Я тоже не хочу, значит, я не поеду и все. Пожалуйста, если вы отказываетесь, действуйте, как вы считаете нужным. Дальше я буду действовать. Если вы отказываетесь, пожалуйста.
Только вы мне скажите, что я не хочу, не поеду и не нет, буду. Нет, я говорю, я поеду, так вы будете извиняться. Чего вы взяли, чтобы извиняться? Так вы меня оскорбляете. Если вы считаете, вы что... Секундочку. Как... Я отвечу вам ровно, как ваш патруль. Да. Если вы считаете, что я вас оскорбил, да, вы можете смело обратиться в суд и подать на защиту прав и достоинства. Так и я все. Вас не найду. Как это? У вас есть все мои данные? Так и ваши данные. Все данные? Вы то в Одессе, то вы там, то вы подавайте там. В суд. Как... Суду нет разницы, где я. При суд чем? Меня вызовет, как обяжет. Если надо, сделать как привод мне. Как это дело суда. Вас еще бегать искать, работу создавать людям. Чтобы вас искали. Как хотите. Не хотите, не создавайте работу. Если вы считаете, что я вас оскорбил, суд. Все. Другого пути нет. Так же, как вы мне ответили. Если я недоволен, что здесь продают алкоголь, ждите решения суда. Вот и я жду. И все. Так и вы. Вас что-то не устраивает, суд. Да, меня не устраивает. Вы меня оскорбляете. Если вы считаете, что это оскорбление, я одна дорога только в суд. Я не отказываюсь. Другого я пути нет. Как оно есть. Вы ну меня все. Наркоман. Слушайте, вы можете как частное лицо обижаться, оскорбляться. Мы под этим как бы все пожалуйста. Тет-на-тет, да, как бы да нам не о чем с вами тет-на-тет. Я закончил. На этом все у меня. Мне больше вам сказать нечего. Действуйте как хотите. Ну, нашему герою посоветовали по телефону, что ему лучше ретироваться и не ждать ему никаких освидетельствований. Патрульная полиция ездила кругами здесь специально, чтобы не подъехать и не проверить его. Значит, вот, в принципе, как закончится ваше любое обращение к полиции, если вы станете свидетелем каких-либо незаконных действий, будь то торговля, либо что-то еще. Пишите, комментируйте, друзья, оценивайте ситуацию, улучшайте нашу полицию, не будьте равнодушными. Всем пока!